нас сегодня в гостях заместитель губернатора Вадим Григорьевич, Андрей Григорьевич Санасян. У нас сегодня министр сельского хозяйства Денис Константинович, вы все его знаете. Николай Павлович Шкилев, ваш коллега и завсегдатай нашей академии. Поэтому как бы я вот Андрею Григорьевичу передам слово. Коллеги, давайте в таком рабочем формате. Во-первых, добрый день. Сегодня в таком состоянии первый раз. Мы не совсем с кем-то вот этого отправили. Вот. Хотел бы сказать первое. Какие наши встречи, они будут более-менее постоянно сейчас проводиться. А не хотел бы зачитывать правильные тексты. Первое, сказать, что на самом деле ожидания деятельности сельскохозяйственной академии у нас очень большие. Мы понимаем, что есть очень много вопросов, которые необходимо решать. Мы понимаем, что то, что было сделано, и в том числе вами, вашими коллективами, касается еще одной такой уже, сейчас немножко в конкретику уже уйду, то есть Вадим Григорьевич официально с решением министра сельского хозяйства по представлению губернатора Нижегородской области назначен исполняющим обязанности ректора, поэтому сейчас как заместитель губернатора по ближайшему управлению официально вам об этом говорю и представляю наши обязанности. Несколько пожеланий, опять-таки, конкретных, без великих пафосов. Первое. Правильно настроенный коллектив единомышленников с хорошей атмосферой внутри. Это важно. У всех людей, особенно людей, которые занимаются преподавательской деятельностью, всегда могут быть и должны быть с точки зрения недопятки. Если это будут точки зрения настолько разнокалиберные и недоговорибельные, ничего не получится. Второе. Разобраться с инфраструктурой. Здесь мы уже переговорили, мы будем не просто там рядышком идти и тихонечко подсказывать. Мы будем вместе то, что удастся восстановить, восстанавливать. Есть, сейчас не буду слишком много говорить, но есть вещи, которые
первую очередь вот, определенные моменты, связанные с материальной технической базой, с землями, на которых так или иначе должна вестись какая-то экспериментальная работа и так далее. Что-то уверенно, что-то возвратно, ничего не забыто, это раз. Второе, естественно, мы будем смотреть альтернативные варианты, но мы будем восстанавливать все, что необходимо. Дальше. Конечно, с точки зрения привлекательности Академии для студентов, вот еще раз подчеркну, вот я без официоза сейчас говорю, я обращаюсь там, не с такими милыми отзывами. Ни в коем случае это не упрек кому-то там, из действующего коллектива. Так, назовем это словом, так сложилось. Вот эта турбулентность, в том числе среди руководящего состава и так далее, какое-то отсутствие видения завтрашнего дня, оно не могло привести к никаким иным результатам. Соответственно, вы все знаете уровень, как это получается, как называется, цифры приема, да? И контент, да, контрольные цифры приема. Все же понимают, больше двух не хочу цифру поднимать, но это и есть, то есть, как я сказал, потребители услуг это те, кто потом должны будут устраивать вот, сельхоз, то есть сельхозтоваропроизводители. А с другой стороны, это сами будущие студенты, школьники, абитуриенты, их родители, которые принимают решение, идти их ребенку сюда или нет. И показатель по контрольным цифрам приема последний, он тоже дает определенный ответ. Вот задача, цифры тоже выровнять. Не буду бросаться фразами из рейтингов, но где мы находимся сейчас, не знаю. Это точно не наше место и точно не наша ответственность. Еще раз подчеркну, губернатор области ставит перед вообще в целом сельскохозяйственным блоком, аграрным блоком, не только правительством, но и в том числе образовательным. Быть современными, быть с развитой научно-материальной базой, материально-технической базой, быть востребованными. Мы готовы, еще раз говорю, это действительно факт, который вольется в расход, действует, ну, чего не хватает. Где ремонт, где тут у нас с ним батарея и прочее. Ну, что? То, что требует сейчас уже решения какого-то, это улучшение материально-технической базы. Что касается дисциплин, мы это отдельно обсудим, тоже не на, как бы сказать, знакомстве официальном исполняющей обязанности, но это то, что тоже требует решения. Не бывает такое, что вот 10 проблем, 2 решил, и все остальное пойдет. Вот пока все это не заработает, ничего не пойдет. Мы еще раз официально правительство, мы сейчас будем работать вместе с вами, вместе с исполняющим обязанности ректора, эту ситуацию исправлять. Не очень такие добрые слова, но давайте переселимся потом, когда все сделано частично. Знаешь, что такие разговоры о том, что все сейчас будет лучше, чем вчера, скорее всего, где-то когда в этих стенах. Но еще раз. Какой путь пройден, такой пройден. Надо смотреть в будущее. Значит, по НАП-совету, наблюдательному совету, надо сформировать его в ближайшее время, не оттягивать. Потому что это не просто сельхозтоваропроизводители, будущие работодатели, сотрудники. Это в том числе и совместные какие-то учебные классы. В том числе и определенное учение материально-технической базы. В том числе и стажировки и прочее, прочее, прочее. Поэтому, друзья, еще раз, официально сегодня по решению министра сельского хозяйства Российской Федерации по сравнению с Бухгалтером Нижегородской области представляю исполняющие обязанности ректора. От себя я все уже пожелал, сказал. Очень надеюсь на вашу поддержку друг друга в первую очередь. Готов постоянно со своей стороны, с коллегами приезжать вместе, разбирать это на будущее и так далее. Идти будем вперед вместе. Отвечать тоже вместе. Поэтому... Ну а как? Вместе радоваться, а огорчаться будет один директор, так не пойдет. Это нечестно. Поэтому... Успехов!
общем, когда и разговариваем, общаемся, заостряем, остряем и так далее. И когда мы будем так собираться, большая просьба, без этих таких красивых цифр, неучетных, так далее. Проблема решения, проблема решения, проблема решения. Договорились? Еще раз, спасибо, я все сказал. Шкирёв, Николай Васильевич Денисов, министр сельского хозяйства. Тогда после представления я хотел бы пожелать коллективу Николаю Юрьевичу долгой во времени и плодотворной работы. К сожалению, вот из-за этой турбулентности, как было сказано, из-за характера, скажем, престиж академии, ее значимость несколько утеряна. Для того, чтобы собрать коллектив, поставить перед ним задачи, его сконцентрировать на выполнении задач, нужно время. Ну и в частности, для себя и для министерства я вижу основную задачу. Нам необходимо вместе с вами, вместе с Академией, конечно, поднять престиж и значимость сельской профессии. К сожалению, специалисты, которые сейчас выходят из стен Академии, они уже несколько отстают по своей подготовке к сегодняшнему дню сельского хозяйства. Это большая часть работы. Мы понимаем, что иногда студенты устраиваются в Академию остаточному принципу, и чтобы эта ситуация была выстроена по-другому, потребуются усилия от Министерства сельского хозяйства, и от Академии, и от работодателей. Стоит нам менять, давайте работать вместе. Мы будем вашими основными помощниками, хотелось бы ими быть. Все получится. Спасибо. Удачи и успехов. Спасибо. У нас тут добрый вечер. Во-первых, самое главное, чтобы мы их сами помнили. Добрый вечер, преподаватели Андрей Григорьевич, Николай Константинович, Николай Юрьевич. Ну, мы со всеми с вами знакомы. Я студент, выпускник этой академии института в то время. Я очень ценю, уважаю эту академию. Поскольку я всю жизнь поработал в сельском хозяйстве, и село – это моя боль, когда плохо, когда хорошо, моя радость. Вы это прекрасно все знаете. Я работал 40 лет почти руководителем хозяйства, 20 лет при советской власти, 20 лет при сегодняшней. Многие были в том и другом хозяйстве, увидели, как мы старались, развивали, как мы очень здорово дружили с наукой, поскольку я всегда говорил, и до этого, и везде, что без науки нельзя двинуть вперед никакое производство. Должна взаимосвязь, должна работать практика и наука. Только в этом случае мы добьемся успеха. Я не хочу сейчас говорить, что у вас случилось, как все это произошло. Давайте сейчас об этом не будем. Надо сейчас думать о сегодняшнем дне, как двигаться вперед. Я не сомневаюсь, что Андрей Григорьевич, он тоже переживал за Академию, хотя он недавно работает, но он очень переживал за Академию, Николай Константинович как выпускник, я вместе с ними. Я не сомневаюсь в том, что они сделают все возможное, и мы от лица депутатов Евгений Борисович Люлин будем стараться всячески помогать, чтобы это движение было вперед, и оно было нормальным таким, каким надо. То есть поменьше слов, побольше дел. И я бы вот сейчас ваше первое внимание обратил на что? Да, правильно, сейчас правильно сказал Николай Константинович, сельхозпредприятий очень мало осталось добросовестных, нормальных специалистов. И задача Академии, начиная с сегодняшнего дня, быть в сельхозпредприятиях, заключать договора. Сейчас, вот за это время, года за три, люди поняли, что без помощи ученых обойтись очень сложно. Нужно заключать договора, нужно работать. Я буду в этом деле помогать, объяснять руководителям сельхозпредприятий, начальнику управления сельхоз, что надо это делать. Вот это и ваша материальная поддержка. И результат обязательно будет. Поскольку есть сейчас очень много новых технологий, может быть, они не наши, но мы обязаны их внедрять. Внедрять быстро, оперативно, чтобы
чтобы получить наилучший результат. Поверьте, мы, вот у нас сейчас мы получаем 1 000 000 в этом году, хороший результат, 1 800 000 зерна мы получили. Мы должны получать 3 миллиона тонн зерна. 3 миллиона тонн. Мы получили молока 630 тысяч тонн. Мы должны получать 1 000 000 тонн. У нас такая возможность есть. Есть такая. Мы не хуже, чем соседи или кто-то. Поверьте, я всегда патриот своей Нижегородской области. И патриот своих районов. Я хочу сказать, чем мы хуже других? Чем? Почему мы не можем производить больше? А именно, может, мы и не дорабатываем. Вот нам нужно изменить отношение к делу. Еще раз, соединить науку с практикой. Это будем делать мы с вами вместе. И я не сомневаюсь в том, что у нас получится. И, наверное, знаете, все-таки извините, я чуть-чуть 2 минуты лишних затрачу на это. Смотрите, ведь наша академия, наш институт ценен еще и тем, что из его стен вышли не только специалисты, да, специалисты сельского хозяйства, они работают во многих отраслях. Даже, я знаю, работают в полиции, полковники очень достойные, хотя по образованию начинал агроном. Пример, есть такой Андрей Морозов, начальник управления в РЗМАС. Он агроном, я его учил, он ко мне за опытом ездил. Ну так вот получилось. То есть у нас в сельской местности идут очень нормальные ребята, еще не совсем испорченные. И наша задача с вами сделать из них достойных настоящих специалистов. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я верю и не сомневаюсь в том, что вы все также будете настроены достойно, нормально работать. Как получилось, пришел новый ректор. Правильно сказал Андрей Григорьевич, надо собраться воедино. Надо найти, так сказать, общий язык и применять его на дело. Я думаю, что это получится. Я тоже буду активно участвовать в этом деле, потому что мы не можем допустить, чтобы наша академия хуже была, чем аграрный университет или институт в Мордовии, или в Чувашире где-то. Не может такого быть. Мы должны сделать лучше. И мы с вами обязательно это сделаем. Поэтому, уважаемые друзья, разрешите еще раз пожелать вам вашему новому исполняющему обязанности ректора. Ваша задача – поддержка. И верить в то, что мы обязательно сделаем так, что наша академия в ближайшее время уже будет становиться лучше, делать большие дела. И мы с вами вместе через год, Андрей Григорьевич, можем подвести хорошие, добрые итоги и сказать вам спасибо. Спасибо. Это два слова можно сказать. Да, уважаемые коллеги, ну я уже как бы так получил, в рабочем порядке представился. Да что мне представляться, нижегородские области меня как бы неплохо знают, очень многие, кто работает в образовании. Я скажу так, вот я 4 дня фактически работаю, да, я бы сказал так, что академия находится в сложном состоянии, если с точки зрения высшего учебного заведения. И материальная база, и инструментальная база исследований сегодня, да, и температурный режим и много других вещей, да, и безопасность, ну, вопрос, она в сложном финансовом положении находится. Вы знаете, что у академии очень большой долг, я уже говорил, цель доказана порядка больше 30 миллионов рублей. Много других вещей, с кадрами есть проблемы, которые как бы нужно решать. Но вот я тоже переживал, вот так случилось, что действительно по рекомендации правительства в городах Нижегородской области пришел сюда работать, но побывал вчера, по-моему, сессия у нас была молодых ученых, послушал, посмотрел на ребят. Сегодня на открытии посмотрел сессии, знаете, потенциал. Конечно, для того, чтобы стабилизировать академию, вывести ее на уровень, соответственно, инструментальных, современных исследований научных, образовательных, так сказать, технологий, да, нужно будет время, год, два и напряженного труда. Надо будет делать, это будет не всегда приятно, это не всегда будет просто, это не всегда будет богато, но потенциал есть. И самое главное, в чем, вот я сейчас вижу, что главная отрасль, с которой мы работаем, сельское хозяйство, агропромышленная область, она перспективная. И вот я честно скажу, с моей точки зрения, я уже, слава богу, все-таки в осмыслении развития человеческой системы
много на это дело положил внимание, и в том числе и писал, она даже более перспективна, чем эти технологии. И я думаю, что человечество и сегодня, уже в технологии, завтра, а послезавтра просто активно займется этим вопросом, и вот здесь мы должны предложить, а как это сделать таким путем, при помощи таких инструментов и форм, чтобы не навредить природе и все-таки позволить человеку быть сытым, одетым, так сказать, и иметь место, где он может отдохнуть. Вот, поэтому, наверное, первое, что мы должны сделать, мы должны переосмыслить и оценить свои позиции. Я думаю, что на этом этапе я как-то предложу большие усилия, то есть все усилия для того, чтобы у нас было единомыслие ради и во благо Академии. Будет благо Академии, будет благо каждому. Я вам говорил о том, что желание заработать больше, зарабатывать больше, это нормальное и хорошее желание. Другое дело, что мы должны создать условия, чтобы эта возможность была такая. Ну и первый вопрос, конечно, вот Андрей Георгиевич сказал про стратегию развития на практику. Да, я с этим материалом готов, вас познакомился, у меня есть свои предложения. Я думаю, что когда мы встретимся с коллегами из на практике, я представлю материал, вот эти, которые есть, посмотрим, что они предложат, создадим рабочую группу и сработаем хорошую стратегию развития Академии. Ну, а потом пойдем ко всем участникам сегодняшнего представления просить ресурсов, спасибо. Разговором по ресурсам затягивать не надо. Еще раз, студент, когда принимает решение, я это хорошо еще помню, поэтому не только научный потенциал или там преподавательский сильный состав, но и комфорт обучения, общения со средствами, не там, учебные процессы, это не только будет комфортно и приятно. Еще раз, единый коллектив крепкий. Сохранность того, что есть, во-первых, больше ничего не ушло, хотя бы говорить уже нечего, но третье, ни в коем случае не затягивать с тем, что на это нужно здесь 30 миллионов долгов, 20 в прошлом году, 20 в долгах, говорите, где какие точки, там же официальные долги это одно, вы все знаете, есть различные подписания МЧС, пожарной безопасности, еще что-то. Это же не бумажки, которые вы дали, знаете, надо выполнить. Подписание по пожарной безопасности, они, к ним можно относиться по-разному, но когда, не дай бог, случается, это результат бездействия. Это всегда сколько-то стоит времени. Мы готовы заранее, давайте обсуждать, говорить, времени рассказать, что правда нет. И скажу так аккуратно, но Министерство сельского хозяйства, оно и анализирует, то, как работает аграрная академия. Ничто не вечно, к сожалению, к счастью. Вот наша задача, чтобы мы в списке тех, что не вечно, точно отсутствовали. Это минимум. Договорились? Еще раз спасибо за то, что вы есть, правда, за то, что вы работаете, верны своей профессии, верны и искренне хотите развития нашей академии. Будьте вместе с исполняющим обязанности ректора. Мы будем с вами. Спасибо, хорошего дня.